Общественная организация «Я инженер» совместно с молодежной газетой «Эдерсас» проводит профориентационный проект «Автобусную экспедицию. Молодежь Якутии в промышленность». Накануне делегатов встретили в Ленске. В этом 10-дневном проекте приняло участие 22 школьника из различных общеобразовательных школ со всей республики. Подобраны ребята были путем специальной викторины, которую проводили в Якутске журналисты газеты «Эдерсаас», а также по итогам собеседования. По итогам отбора участниками экспедиции стали и двое ленских ребят. Это ученики второй школы. В процессе экспедиции ребята смогли ознакомиться с алмазной, нефтяной, газовой и энергетической промышленностью Якутии. Мы были на двух газовых объектах в Кызылсыре. Меня поразила сама этот, где ее перерабатывают, огромный завод. Весь Якутск и 80% Якутии. Посетив алмазную столицу, участники экспедиции направились в Ленск. По пути ребята увидели в действии гидроэлектростанции, места бурения газа и скважины на Отрадненском месторождении. Прибыв в Ленск, ребята ознакомились со спецификой работы промышленных предприятий, посетили производственные объекты «Алмаздотранса» и ленский филиал «Саханефтегазсбыта». Во время экскурсии ребята могли не только увидеть работу предприятий изнутри, но и задать интересующие вопросы людям, работающим на посещаемых промышленных предприятиях, получив ответы, на которые ребята еще больше подкрепили уверенность в своем выборе. Было очень интересно, когда главный инженер и директор гидроэлектростанции все показывал, объясняли полностью, как устроено и работает. Я пойду главным, наверное, стану инженером по энергетике. По мнению организаторов и специалистов всех посещенных промышленных предприятий Ленска, подобные экскурсии приносят большую пользу. Школьники определяются с выбором своей профессии, а предприятие получит для себя новые обученные кадры. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.